Re, viss ēters ir te! В ночь на первый выходной день в Латвии будет переменная облачность. На востоке страны ближе к утру ожидается туман. К полудню в Земгале начнется дождь, а затем осадки охватят всю страну. Поздним вечером в некоторых городах прогнозируется гроза. Температура воздуха в ночь на 11 мая составит от 6 до 11 градусов тепла. К обеду потеплее до плюс 11, плюс 18 градусов. Теплее всего будет в Бауске. Там воздух прогреется до плюс 20. Ветер завтра слабый. В столице предстоящей ночью ожидается плюс 8, плюс 11 градусов. А во второй половине дня потеплеет до плюс 16, плюс 18 градусов. Весь день будет почти безветренно и облачно. Возможен дождь. Медицинский тип погоды – второй благоприятный.